Глава Сызрани осмотрел улицы и переулки исторического центра города. Анатолий Лукиенко прошел по Советской вместе с руководителями муниципальных управлений по строительству, благоустройству, потребительскому рынку и муниципального учреждения «Сызрань-стройзаказчик». После таяния снега на тротуарах проявились провалы плит и перекос инженерных колодцев. Повреждены цоколи зданий, зияют дыры в асфальте около наземных фонарей для подсветки фасадов. Глава поручил доложить о сроках устранения недостатков. Установят, значит, подсветку как следует. Плит, который самая прилегающая, если где-то поправляется. По оценкам администрации, около 90% установленных подрядчиком наземных фонарей придется переустанавливать. Подрядчик будет вскрывать провалы в асфальте, выравнивать фонари и асфальтировать все заново. Глава обратил внимание, что собственники торговых точек и общепита должны содержать в чистоте прилегающую территорию. Так, около пиццерии оказалось много окурков. Анатолий Лукиенко попросил ее хозяина навести порядок на входе в заведение. «Требуйте наведения порядка», – поручил глава города руководителю управления по потребительскому рынку Андрею Балашову. Собственники зданий обязаны поддерживать достойный внешний вид цоколей и фасадов. Хотелось бы обратиться к собственникам зданий, находящихся на улице Советской, о том, что у нас реализован тур-код, сделанная набережная в нашем городе. В этом году ожидается большой поток туристов, поэтому к собственникам зданий и сооружений, находящихся на улице Советской, просьба обратить внимание на состояние своих фасадов, на прилегающую территорию, ну и, соответственно, уборку. Но если дворнику у пиццерии понадобилось несколько минут, чтобы убрать мусор, то на ликвидацию провалов асфальта строителям потребуется месяц. В результате осмотра были выявлены недостатки. Один из основных моментов – это у нас провалы плитки асфальтового покрытия после проведенных работ по архитектурной подсветке зданий. С подрядчиком уже имеется договоренность, что с понедельника они выходят на устранение этих замечаний. Работы будут закончены до 20 апреля. В основании новых столбов освещения неизвестными людьми сломаны декоративные элементы – бандажи опор. «Зачем крушить благоустроенную улицу?» – говорили члены комиссии. Анатолий Лукиенко поручил выделить средства на восстановление декоративных элементов и доложить о сроках устранения всех выявленных недостатков. С 1 апреля санитарной уборкой улицы Советской займутся сотрудники предприятия благоустройства. Анатолий Волошинский, «Вести детально».